Всем привет! С вами Бести, платформа РБК Games, игра Mad King на нашей платформе. Очень давно я вам рассказала, обещала рассказать про свадьбы, но так я их вам и не показала. Сегодня я это сделаю. Значит, первое, стоит ли тратить донатную валюту и делать свадьбы в игре Mad King? Я вам скажу, стоит. Значит, давайте посмотрим, что она нам даст. Я вам покажу два варианта. У меня два персонажа. Один, где у меня замужем, второй, где нет. Да, чтобы можно было сравнить, что она дает, что нет. Значит, вот я вам покажу твинка сначала. Есть у нас вот такая вот вкладка внизу, пара, да, сердечки. На нее вы нажимаете, у вас открывается вот такая вот красивая вкладка. И вы здесь видите, дарую тебе в честь свадьбы обручальное кольцо, то есть дается вам обручальное кольцо. Это кольцо залог любви, с ним влюбленные могут передать друг другу параметры. Берегите любовь, стоит вам разорвать любовные узы, и параметры кольца будут заморожены, пока вы не найдете новую любовь, то есть можно жениться и разводиться. Значит, сделать предложение. Вы можете сделать предложение, клацнув на вот эту вот вкладку, сделать предложение, и в мир чате у вас появится предложение о свадьбе. То есть для этого вам надо 100 золота, да? Вот можно искать пару. Ага, сделать предложение, мы делаем предложение, но у нас мало золота, да, искать пару. И вот у нас, сейчас мы откроем чат. И у меня вот тут вот я вам покажу, сейчас вот так вот вкладку закрою, и здесь написано у меня «Супер, ищет пару, нажмите, чтобы попросить другим». Да, это мой твинк, и сделала я, чтобы было видно, с таким ником друга. Вот, и видно, да, нажмите, чтобы попросить руки пары. Вот нажимают, и у нас написано «Это сообщение, ваше поиски пары». То есть на противоположной стороне, если имеется 100 монеток РБК, у кандидатки, она предлагает, откликается на это сообщение, и все. Если нет, то значит нет. Вот. Точно так же можно ввести имя игрока вручную и точно так же сделать предложение. Тогда в мир не будет, только будет сообщение «Красивая свадьба». Эта вкладочка, я вам показала с твинка, да? То есть вы как новый игрок, вам видно вот такой вид предложения свадьбы. А вот я вам покажу теперь, когда уже вы получили свадьбу, то есть после свадьбы, после того, как приняли предложение, вы здесь видите, у вас появляется пара, открываются такие функции, подарить цветы, то есть за серебро каждый день вы можете дарить цветочки, и повышаются ваши параметры кольца, то есть вы качаете свое кольцо. Дальше можно дарить поцелуйчики. Поцелуйчики стоят 10 золота, повышают очки любви на 20. И 10 попыток в день. То есть понятно, да? Объятия. Можно обниматься. Обниматься можно аж... Так, сколько тут раз? 5 раз. То есть 5 раз в день вы можете заобниматься за 20 золота. Повышает очки любви на 40. Спальня. А в спальне можно повысить очки на 20 единиц, потратив 100 золота. При каждом использовании спальни шанс получения ребенка составляет 20%. Ну, использовать можно один раз в день, да? Спальня вообще уникальная вещь. Так, есть у нас вот такая вкладка «Развод», когда вы можете развестись. Про развод я вам уже рассказывала в одном из видеогайдов. Ну и призыв пары. Что это за призыв пары? Вкладка. Навык позволяет телепортировать к себе свою половинку. Навык не используется в локациях мирового босса, межсерверных прочих локациях. Оба игрока пары могут использовать этот навык. КД у каждого свой. КД навыка 1800 секунд. То есть где-то вас обижает, вы можете призвать свою пару, и она прибежит и спасет вас, если вас сильно обижает. Вот здесь у нас есть еще вкладка «Правила». Можете ознакомиться. Верхний левый угол «Знать вопрос». То есть здесь написано «Пара повышает очки любви». Вот они, очки любви, значит, у нас. Используя для этого цветы, объятия, спальни. То, что я вам рассказала. Очки любви используются для повышения уровня обручального кольца. Это мы тоже рассказали.
Обручальные кольца делятся на 4 вида, у каждого предусмотрены своих бонусов параметров. Кольца можно купить в VIP-магазине. Смена кольца не влияет на достижение ранга, усиление параметров получено, но про кольца это уже совсем отдельная история. Всем пока! С вами была Бестия. Игра Mad King на нашей платформе. Дарите любовь в наших играх. Женитесь. Это очень интересно. Свадьба вам откроет много еще новых функций в нашей игре. Это вы узнаете у моих других видеогайдов. Подписывайтесь на наши каналы YouTube. Заходите в наши группы Telegram, группу ВК и участвуйте в конкурсах монеток на донат. Смотрите наши стримы и, естественно, мои видеогайды. Всем пока, до новых встреч. Тёмки-тёмки.